Всем добрый день! Сегодня мы получили посылку с любимого Василька, донесли ее до дома. И сегодня будем делать обзор этой посылки. Кому будет интересно, заходите в гости. Зимний привет от нас всех! Наша посылка наконец-то дома. А как мы ее домой доставляли и несли, вы можете посмотреть. Это для вашего настроения, чтобы вы немножко порадовались и с хорошим настроением уже ждали новогодние праздники. Но вот Василек нас снова порадовал. Сейчас я распакую и дальше будем смотреть, что же тут в мешке в таком большом. Вот все вытащили, то, что было в мешке. И смотрите, самые большие покупки — это у нас одеяло и топпер. В этот раз я решила посмотреть, что это такое. В наш маленький городок такие вещи я не видела, чтобы привозили. Поэтому решила попробовать и посмотреть. И одеяло из верблюжьей шерсти. А остальное очень небольшие покупки, маленькие. Вот два узбекских полотенца, небольшие. 40, по-моему, на 70. Потоньше, чем туркменский, для рук очень хорошо. На подарки новогодние, кстати, можно дарить мужчинам. Темный такой васильковый цвет взяла. Василек. Василек. Носки женские в этот раз взяла. Все женские. Вот эти медицинские носки, твой стиль. Вот это медицинские носки, длинные. И это длинные, вот это вот место длинное, сейчас покажу. И твой стиль, это обычные носки, не медицинские, но хлопок. Хлопок. 5 штук. Итак, покажу вот первые носки медицинские, которые я открывать буду. Достаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, на чем-то надо показать, чтобы видно было. Цвета у нас сколько этих? Черный, белый, алый, бледно-розовый, снова какой-то черный, а может быть из них какой-то синий и голубой. Ну, открою любые. Давайте вот эти открою первые. Посмотрите. У меня спрашивали, чем медицинские носки отличаются от обычных носков. Вот, смотрим. Твой стиль. 37-41 размер. Вот смотрите, медицинские носки, на них написано «резинка с компрессионным эффектом». И крест красный нарисован. Вот у них резинка не должна быть тугой. Она должна быть нежной, нежной. Вот для проблемных ног, у кого вены не в порядке, у кого, может быть, перелом был, очень хорошие вот такого качества носки. Я такие беру постоянно. 6 штук в упаковке. Чуть попозже скажу, сколько какие стоят. Вот это тоже медицинские носки. Тоже медицинский крестик красный. 37-41 размер. Хлопок. На них нарисованы какие-то бабочки, что ли. Так, смотрим цвета. Черный, сиреневый, красный, серый, темно-фиолетовый и снова голубой. Ну ладно, сверху голубые. Буду, значит, открывать голубые. Два сердечка. Что здесь написано? Хлопок 85, полиамид 10, эластан 5%. Значит, носиться будут очень хорошо. Сейчас я разрежу, покажу, как они тянутся.
Они не толстые, тянутся очень хорошо. Резинка должна быть тоже хорошая, не тугая. Вот, значит, вторая упаковка тоже 6 штук. Скажу, сколько стоит. И третья упаковка уже не медицинские, просто хлопковые носки. Комфортные. Еще и с вешалками. Я старалась брать не очень, не яркие такие расцветки. Смотрите, здесь киски, кошечки. А резиночка сделана вот так, переплетение вот такое вот в клеточку, смотрите. Но они тоже не тугие, хотя они медицинские. 37-41, 80 хлопок, 15 полиамид, 5 спандекс. Вот такие носки я выбрала. Так, сколько штук в упаковке, сейчас посмотрю. 2, 3, 4, 5. 5 штук в упаковке. Тоже можно на подарки. Но носкам всегда радуются все. Мне так кажется, что носки всем нужны. Всегда. Так, дальше я взяла, выбрала скатерть на свой большой стол. Смотрите, скатерть. Маленькая калибри, синяя скатерть, синий рисунок. А маленькая это птичка, размер у скатерти 150 на 220. Я чуть попозже расстелю вот на этот большой стол, покажу вам, как она смотрится. Посмотрим, где здесь калибри, в каком она месте. Колокольчики по краю. Рисунок, смотрите какой. Новогодняя скатерть. Там была еще такая же в зеленом цвете. Я захотела в синем. Вообще я хотела, до этого смотрела, там были снеговички, шли. Но мне уже это не досталось. Когда я стала заказ оформлять, уже снеговиков не было. Итак, калибри. Смотрим, где они у нас, калибри. Всю новогоднюю ночь нам будут петь. Вот они, птички невелички. Сейчас я расстелю как надо. Вот они по краю идут, украшения скатерти, колокольчики, шарики и птички. Размер большой на наш большой стол. Пока расстелю, покажу, как в середине потом они смотрятся. Здесь тоже полосочка идет. В прошлый свой заказ я себе выписала вот такую, заказывала туничку вот такую. И мне она очень понравилась, а видно, еще больше понравилась моей снохе Лене. Она говорит, я бы тоже такую хотела. Вот я ей заказала точно такую, только размер поменьше. Мне 52, а ей 50. Думаю, что она будет довольна. Она говорит, у меня такая была когда-то туничка или блузка такого качества. И я бы еще хотела. Так что Леночке нашей будет подарок. На Аню такой не было. Я бы Ане заказала. Не было размера для дочери. Но, может быть, появится, я закажу. Так, а теперь у нас остается только одеяло и топер. Это мы пойдем наверх, на второй этаж, туда, где у нас кровать стоит. Будем примеряться на кровати. А сейчас покажу скатерть на столе. Раскрываю. Опа! Женщины меня поймут. Сейчас все сделаю так, как должно быть. Новогодние праздники большие. Возможно, в новогоднюю ночь одну скатерть воском от свечей испачкаете или что-нибудь прольете. Всегда будет запасная скатерка. Смотрите, как красиво. Вот здесь сколько свисает. С той стороны сейчас посмотрю. Одинаково я постелила или нет? Почти одинаково. Смотрите, как красиво. Мне очень нравится. Новогодняя скатерть. Я шила на канале, где я делаю сама, что дорожку посередине стола шила, чтобы можно было постелить. А тут уже есть дорожка. Уже готовая дорожка.
Итак, по ценам смотрим. Полотенце махровое, Узбекистан. Так, размер 40 на 70, и стоит оно 77 рублей. Носки женские длинные, медицинские. 6 штук в упаковке, 252 рубля. Одна пара стоит 42 рубля. Носки женские длинные снова. Каждый, одна пара стоит 26 рублей, упаковочка стоит 156 рублей. Они потоньше чуть-чуть. И носки женские, вот такие, не медицинские. 57 рублей одна пара стоит, 285 рублей 5 штук. Скатерть Калибри. 150 на 220 стоит 428 рублей. Топпер. Размер у него 160 на 200, стоит 2050 рублей. И смотрите, здесь картинка есть с его данными. Сглаживает поверхность спального места, создает ортопедический эффект, продлевает срок службы вашего матраса, предотвращает появление бактерий и полевых клещей. Ну вот, 160 на 200 я выписала, у нас кровать такая широкая. Посмотрим потом на кровати, как он ложится. Одеяло шерстяное. Одеяло Караван Комфорт. Это верблюжья шерсть должна быть. И стоит оно 1116 рублей. Размер у него 172 на 205. Это двухспальное одеяло. Плотность у него 300 грамм на метр квадратный. Это значит не совсем летнее. Это уже зимний вариант одеяла. Что здесь тоже написано? Здесь инструкция написана. Теплое изделие. Наполнитель не сваливается. 100% прочес на немецком оборудовании. Рекордная пышность. 8 идеально прочесанных слоев. Разрешена машинная стирка. 172 на 205. Это мой размер. Легкое, всесезонное. Посмотрим на кровать. Хочу сказать, что так хорошо упаковано, что вполне возможно, что это будет новогодний подарок даже для кого-то. Смотрите, как хорошо упаковано. Итак, открываю. Мы уже в спальне. Я уже убрала всю постель. Это матрас у нас. Смотрю. Ой, красиво. Как будто прям снег. Поблескивает красиво. Разворачиваю. И он расправляется. Смотрю, что тут. Одна сторона со снежинками, а вторая вот такая. Смотрите, разложили мы полностью все. Но он должен полежать, расправиться. Вот как был свернут, немножко вмятинки есть. Ой, какой он интересный. Он пружинистый такой. И смотрите, вот эти резиночки одевать нужно на матрас. Ну, вы уже это все знаете. Туда заправить нужно. Ну что, можно даже попробовать и прыгнуть, как в море, в океан. И такая сказка начинается. И я прям туда хочу. Бывает, что здесь вот на резиночках есть пометки «снежинка» или «солнышко». Но здесь нет ничего, здесь просто резинка белая. Туда заправлять нужно, матрас нужно поднять. Теперь очередь одеяла пришла. Хочу сказать, что топпер подошел по размеру полностью, совпадает, все хорошо. Если кому-то нужно, обязательно купите себе такую нужную вещь. Так, одеяло. Одеяло большое должно быть. Что здесь верблюд нарисован, по-моему? Оп! 170 по ширине. Видите, здесь лишнее. И с той стороны немножко лишнее. Я выписывала эти комплекты постельного белья двухспальные. И там были такого размера пододеяльники. А у меня не было такого большого одеяла. Или совсем большое двушка, которую я сама делала. Или полторушка. А такого не было. Вот теперь у меня есть это одеяло, и я буду пользоваться теми пододеяльниками, которые мне прислал Василек. Смотрите, вот здесь вот строчка ровная, аккуратная. Будет здесь видно все, нет? Одеяло Караван.
172 на 205. 172 в ширину. Сегодня уже буду опробовать это одеяло. Вот такой у меня сегодня обзор товаров с Василька, которые мне прислали. Я вам показала все, и сколько что стоит. Очень довольна. Хочу сказать, что скатерти очень хорошо на подарок. Выписать полотенце очень хорошо на подарок. А носки вообще постоянно можно приобретать и дарить своим родным и близким. В них даже вот в медицинских носках, вот в этих, можно даже спать. Они не тугие резиночки, очень нежные, тоненькие. Ну, не тонкие, а нежные, не давят ногу. Всем желаю всего хорошего, хорошего настроения новогоднего. И, пожалуйста, если кто-то захочет заказывать товары в Васильке, переходите по ссылке, мы обязательно укажем переход по ссылке.